агентство теленовостей представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Большую работу выполняют железнодорожники Беларуси по обеспечению безопасной и удобной перевозки пассажиров. Пыль, покрывавшая вагоны в пути, смывается мощной машиной, и подготовленный к дальнейшему рейсу состав подается для посадки. Автоматическая справочная установка позволяет узнать время отправления поезда, его прибытие на конечную станцию, стоимость проезда. Применение передового опыта диспетчерского руководства по продаже билетов ускоряет процесс оформления проездных документов. Работа железнодорожников по обслуживанию пассажиров многогранна. От нее зависит благополучное и удобное передвижение миллионов людей. У проводника вагона всегда можно приобрести журнал, книгу или газету. Живописные места Белоруссии привлекают взоры пассажиров. Много наших вокзалов было разрушено во время войны, а теперь на месте руин построены новые, гостеприимно раскрывающие свои двери для многочисленных пассажиров. Брестский вокзал тоже был разрушен, а теперь отстроен заново. От Минска до Москвы чыгункой шлях недолгий. А в фирменном поезде Минск, он, здаётся, еще коротей, бо господары тут ветливые, уважливые, гостинные. Пассажиров тут сустракают, як жаданных гостей. Дякуючи намаганням гэтага калектыву, фірменны поезд «Мінск» прызнаны лепшым у краіне. Насустрач сонцу і ветру ляціць цягнік. Мінскі піянеры едуць у Смалявічы. Пры дзіцячай чыгунцы стаў працаваць гурток юных чыгуначнікаў. Вопытным стрэлачнікам рыхтуецца стаць Лёня Кардаш. Вось яна гордасць дзетвары сталіцы, малая беларуская чыгунка. Але прыйдзе час, калі сённяшнія юныя чыгуначнікі змогуць павесці па стальных магістралях сапраўдныя паязды